Только в этом году американский конгресс умудрился выделить Украине более 90 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем мы ежегодно тратили в Афганистане. Но президенту Украины Зеленскому все равно мало. Он не просит денег у Конгресса США. Он их требует. У нашей страны есть две ключевые финансовые потребности. Нам необходимо 38 миллиардов долларов для восполнения дефицита бюджета на следующий год и еще 17 миллиардов долларов, которые были одобрены Всемирным банком для восстановления критической инфраструктуры. Вы знаете этого парня? Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, и он требует от нас деньги. Хватает же у него наглости, когда уже он заткнется?